Алена Костомная. За произвольную программу Алена Костомная набирает 148,16 балла. Общий результат за две программы 226,31 балла. В этом соревновании Алена занимает второе место. Уважаемые зрители, через несколько минут состоится торжественное награждение победителей призеров в одиночном катании среди женщин. А в 20:10 на лед выйдут танцевальные дуэты кандидата мастера спорта с ритмическим танцем. Объявляется технический перерыв для подготовки льда.